Всем привет! Краткий обзор меланжера 77 килограмм от фирмы Кодзама. Это уже второй меланжер, который мы купили у наших друзей из Кодзама. Здесь он уже немножко доработан. Доработан чем? В этом меланжере стоит контроллер температуры. Как это работает? При включенном контроллере вот там такой штырек, стержень, который контролирует температуру продукта. Соответственно, если температура высокая, то контроллер замедляет меланжер, дабы немножко его остудить. Если же температура маленькая, скорость увеличивается и достигается нужная температура. Довольно-таки полезное ноу-хау от фирмы Кодзама. Хорошая, красивая, эстетически приятная на внешний вид вещь и очень функциональная. Спасибо Кодзама, что доработали.